Наверное, самый основной тренд можно выделить то, что дома стали ниже. С последними годами люди все больше отказываются от этих огромных трехметровых цоколей, подвальных этажей, башен в 3-4 этажа. Сейчас в основном это один, максимум два этажа, это открытые веранды. Все дополнительные постройки учитываются в одном доме, это становится одним большим комплексом. То есть у вас сразу в доме и веранда, и баня, и вот все, что вам нужно, и у вас остается открытый свободный участок, где вы можете просто гулять, наслаждаться свежим воздухом, своей жизнью, радостью и смотреть на красивые березки, например.